представляете, насколько сильно вот человек может мечтать один, что спустя 35 лет, уже 36 год, его мечта отражается в других людях, абсолютно незнакомых, которые соединяются все, каждый со своим чем-то, да, но все соединяются и хотят что-то рассказать про одно, про самое сокровенное и важное для каждого из вас. Александр Шишинин задумал комбинацию, и за 5 лет он расшатал весь континент этой комбинации. К сожалению, его сейчас с нами нету, так уж случилось по ряду обстоятельств, но мы здесь, как продолжатели этого дела, мы здесь пришли, чтобы создать свою новую комбинацию и расшатать весь мир. И так и будет, ребят. Я вас очень всех люблю, вы все невероятно талантливы, большие молодцы, и мы станем настоящей семьей. Пусть не сегодня, но точно завтра, конечно. Люблю вас всех. С Богом, ребят, давайте попробуем.